В 2020 году ракетно-космический центр «Прогресс» стал лауреатом премии правительства России в области качества выпускаемой продукции. Благодаря престижной награде предприятие удостоилось чести провести второй научно-практический форум «Качество ОПК-2022». Его основная цель – организовать диалог между представителями органов власти, промышленности, науки и образования, а также IT-компаний, а в дальнейшем использовать различные разработанные подходы в работе российских предприятий, в том числе в условиях импортозамещения. Здесь у нас более 300 представителей различных предприятий ОПК, и на этом форуме мы обсуждаем подходы к обеспечению качества и делимся друг с другом своим опытом. Мы считаем, что это очень важно, это крайне полезно, подобный обмен мнениями и опытом. По словам участников форума, основная задача в нынешних условиях – успешно внедрить различные цифровые инструменты в работу предприятий. Масштабная цифровизация оборонно-промышленного комплекса позволит не только повысить качество выпускаемой продукции, но и оптимизировать все бизнес-процессы и экономическую составляющую заводов страны. Тем более задачи перед предприятиями на ближайшие 8 лет стоят грандиозные. Основные задачи – доведение доли успешных запусков ракет-носителей – к 2025 году до 99%. Увеличение сроков активного существования космических аппаратов на 20-25%. Результатом работы форума станут инициативы и предложения, которые поспособствуют внедрению лучших практик и решений для обеспечения высокого качества и надежности продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.